Крошка Антошка ТВ представляет. Учим марки машин. Это буква Г. А это значок марки Great Wall. Great Wall – марка на букву Г. А вот машина марки Great Wall. Это кроссовер. Автомобиль повышенной проходимости. Эта машина тоже марки Great Wall. Но тип кузова у нее другой. Это седан. А вот пятидверный хэтчбэк марки Great Wall. Great Wall – марка на букву Г. О, какая длинная машина! Это лимузин. И он тоже марки Great Wall. А такая высокая и мощная машина называется внедорожником. Еще одна большая машина. Сзади у нее кузов для перевозки грузов. Это пикап марки Great Wall. А такая машина называется Compact Van. Это небольшой мини-вэн. Ух ты! А это автокемпер или автодом марки... Правильно, Great Wall! До встречи! Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал.